Добиваться справедливых пенсий общими усилиями. В Николаеве прошел форум пенсионеров-силовиков, представителей профсоюзов и общественных организаций. Глава объединения «Силовик», цель которого – пересчет пенсии, Сергей Каплин, призвал ветеранов силовых структур поддержать эту инициативу. Правительство нас не жалует, обижает, перерасчет пенсии не делает. Бросили последний раз косточку. И мне добавили 800 гривен с копейками. Вот. Но это вместо того, чтобы увеличить мою пенсию в 3 раза. Мы готовы перекрывать дороги, перекрывать аэропорты. Мы готовы перекрывать, блокировать работу Кабмину, Верховной Рады Украины, пока не добьемся для всех украинцев нормальной пенсии. И я уже знаю, что с нами шахтари, афганцы, чернобыльцы, с нами вчителі, с нами лікарі, с нами те, кто наименее защищен. Вони зараз найменш захищені, але завтра, об'єднавшись, вони будуть найсильнішими. Я в день проїжджаю по 2-3 області, і ми скрізь створюємо осередок. На зустрічі приходять від 300 до 500 тисяч людей. Це надзвичайно серйозна сила.